Лещина. Найс. Привет, папаня. Привет! За сколько пройдешь игру Альтушка для Скуфа? Это что за дерьмо? Не знаю, за сколько. Звучит как какое-то непонятное дерьмо. Не знаю, так не могу сразу сказать, за сколько. Без понятия. Подозреваю, что за very-very дорого. Значит, говоришь, дорогие твои услуги. За сколько игра, назови цену. И КСТ, как можешь. Да я не знаю, что за игра, блядь. Не болеешь аутизмом? Я не знаю, как можно доказать, кому зачем это нужно доказывать. Не совсем понимаю. Я не знаю, что это за игра, блядь. Что ты меня хочешь, назови цену. Звучит какое-то дерьмо, ебанное. Тем более, ну, обычно меня не просят поиграть за деньги в хорошие игры. Наверное, если бы игра была хорошая, то я и сам бы был бы не против теории. Если меня спрашивают, за сколько изначально. То есть ты даже не говоришь, чекни игру. Ты не говоришь, чекни игру. Ты сразу говоришь, за сколько поиграл бы. Стоп, стоп! Да смотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Видел ранний доступ по без главы? Да, видел. Супер говно! Когда выйдет, супер говно! Супер говно! Вообще, супер похуй. Даже не знаю, с чего начать. Игра выглядит так же само супер уебищно. Размытая анимешная графика крайне неприятная для глаза, крайне неприятная. Вот пример хорошей мультяшной графики. В Hades, ну просто, ну, мерзкая графика, мерзотнейшая. Я не буду точно в Hades 2 играть. У меня очень там много претензий. И я очень предвзят после первой части. Я даже не буду начинать. То, что какая-то сожрятина очередная с этими, ну, богами. Они их там сделали, ну, мерзкими, некрасивыми, уебищными. Только если когда-нибудь выиграет в аукционе. А когда будет аукцион, я не знаю, через час на трово, короче. Забудьте про Hades 2, просто забудьте. Ай! Как инвалида Чизалан в Доту 2 сыграл, говорил, ни за какие деньги не буду играть. Я у него спросил, за сколько сыграешь, тебя ебут, игра норм или нет. Нам надо получить удовольствие от того, что инвалид делает реакции на разные ситуации. Какой инвалид? Поп-чат. Ты про меня? Чел, ты какой-то злобный хейтер, судя по всему, может, нахуй сходишь. Привет, папе. Когда уже найдешь нормальную работу? Через час. Как ты потом в старости будешь без пенсии жить? Не, ладно. Я бы подумал, что донат искренний в году так 2017, maybe. 2018-2017, maybe. Но 2024 это какой-то уже, ну, нелепый троллинг. Ай! Привет, это я. Твой единственный друг. Я на протяжении многих лет создавал иллюзию того, что я другой человек. Но это был я, Виталий Цапович. Сейчас я запустил стрим, чтобы раскрыть все карты и сказать это тебе, Михаил Валерьевич. Кто вообще? Ай! Это что такое, дядь? Блин! Что нахуй? Это что такое? Ого! Вот такого я не ожидал. Ай, бля! Я умер? Я знал, что я умер. Я знал, что я умер. Блядь, супер даун ебаный. Блядь, худший в мире. Похуй, блядь. Окей, надо потеть. Ну все, ну блядь, ну давай без хуй, гайс. С кем я вообще разговариваю? Блядь, не надо! Не надо! Ну почему, блядь? Блядь! Боксер с саблей, все. Сейчас настолько потный пот. Боксер с саблей, все. Сейчас настолько строго, чтобы никогда строго так не было в жизни. Вот сейчас, все. Сейчас все. Если я сейчас заруню, можете меня называть как хотите. Ай! Папаня, как тебя можно найти, любимица? Зачем? Хочу пройти тебя как финального босса. Чё, блядь? Это ты высрал. Решил поделиться историей. Давай. Значит, припарковал в Венеции свою панамеру, ушел в магазин, возвращаюсь. А там Виталь в простонародье попич фоткается с ней. А когда я подошел, начал просить мою инсту. Папаня, некрасиво. Когда дроп этого говнишки инца? Дропаю тебя в туалет через, не знаю, через какое-то количество времени. Блядь, пиздец, что отвечаю на такую тупизну? Не понимаю хейта в сторону Витали. Мне всегда приятно смотреть его стримы. Особенно, когда он справляется со сложными игровыми задачами и по-простому искренне радуется, как ребенок. Никнейм «Как отсталый ребенок». Так меня хейтят такие, как ты, додики, блин, чел. Из какой-то серьезной причины. О! Блять!
как? Но у меня сейчас нету защиты. Сейчас нужно настолько потно. Мне нужно кланяться. Папанич, ты стрижешь с уличного парикмахера? У тебя крутая прическа. Мне очень понравилось. Как у моего любимого героя с Гачи Мучи. Так, прямо сейчас по-хорошему зайти на босса. Я ж справлюсь с боссом. Я ж не могу обосраться. Я ж не настолько даун. Или я настолько даун? Я настолько даун? Ну, возможно. Я ебанат. Блять, я сейчас умру. Ну, нет. 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 Щит закончился. Думал, у меня еще есть стимпрок. Нет. Я на стриме не хуй получается. Ну, худший в мире заработай. Ну, все, гг. Донатер виноват. А какой? Час назад был донат, последний, наверное, он виноват. Иду в вкус, гайз. Это пиздец. Взял кружку чая, взял вроде свежего мишутку. Такой вот малюк. Когда донаты будут по 100? Через час. Проведи аук чисто по фильмам и сериалам. Нахрена? Как раз разбавишь стримы. Что это значит разбавишь? Что это значит разбавишь? Го, сейчас, а не через час. По 100 донаты? Размечтался. Чаинка. О нет, это мой враг личный. О нет, я не могу ее достать, она утонула. Конец. Но если начинает снова пить, она попадает в рот. А так она тонет, ее не может достать. Злобная чаинка. Почти свежая мишка. Пойдет. Будете? Кто будет, плюс чай. Смотрел фильм «Стен...» Блять, зачем я посмотрел в чат? Если бы тебе дали 100 кака долларов, дали бы выбор вернуться в 2015, это вернулся бы за 100 миллионов? Звучит выгодно, ты же рофлишь. Можно еще более выгодное предложение бизнес. Мне почему-то кажется, Пиратс должен сегодня выдать Макс Вин. Вот Пиратс 2 сегодня выдает Макс Вин, гайз. Чекайте. Сейчас устроюсь поудобнее и занесу Макс Вин. How are you, га? How are you, га? Чат, чекайте, как пидорс в скобочках Пиратс 2 выдадут Макс нихуя. Будет камбэк. Максимальный салон в руку величайшего шмеля, сидящего на фоне стены. Будет камбэк до 12к, либо Макс Вин. Не. Тебя демонстративно нам послали, а все потому, что ты шмель, а не попугай. Откисай, бородавка, попугаи схавали твой баланс. Тебя послали нахуй нарисованные попугаи, потому что ты шмель. Хаващуга. Как твой сахар? Привет, шмель. Ну, считам, твой баланс реально вкусный. Мой хозяин Элк благодарит тебя и других глупых, но богатых шмелей за такой сочный подгон. Блять, блять, а почему они даже местами не меняются? Ну какого хуя, блять? Чел, шмель у тебя в жопе. Каждый раз, когда он тебя жалит, ты присылаешь очередной тупорылый донат. Нужна лучшая бонуска в пиратс в моей жизни. Нее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 ee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 
раз выходил. Я просто первый раз на стриме Кавика. Да постоянно? Ну, в смысле, часто. Ну, супер часто. Здравствуйте, Виталий Попаичевский. Здрасте. На прошлом стриме я неожиданно удивился. 900. И вы тебя попросили чекнуть игру, к переводу которой я лично приложил руку. Челон ошиб. Круто, что даже у тебя в аудитории есть ценители такой ниши. Ты чекал? Чел, короче. Хотел бы жить в нише. Сори. Короче, я прочекал. Меня не заинтересовало с первых минут. Я буквально где-то минуты 2-3 уделил и, ну, и забил. Сори, у меня настроение странное. Я сказал первое, что пришло в голову. Так, почему никто не двигается? Как мой сахар? Как твой сахар? ДЦПшник. Хава щуга, заебись. Какой из попугаев пирос тебе больше всего нравится? А раньше зеленый нравился, а сейчас не знаю, сложно сказать. Сейчас нету фаворита четкого. Первым пирос нравился зеленый, первым пирос. Бонуска супер спина. Сюда, и с бомбой бонуска, да я дождался. У меня было 6500, когда я заходил в перец. Смогу ли я хотя бы отыграться? Не.
Еще один апгрейд! Там огромная хьюч корона на красном! Прикиньте, это все позабирает! По 400 с одного красного прикола! Поменяйся местами, давай! Поменяйся! Нет! Блять! Все на ебало пошло! Посмотри на то! Оно превратилось в красного попугая, блять! Если по 400 давало до этого, то сколько сейчас даст? О, нет, посмотри, где красный! Вот это наебало! Чи, там столько могло еще выпасть. Я не люблю шашлык, там жир. Я мясо только без жира ем. Я ненавижу вообще ни капли жира в мясе. Мне нравится свинина, но не должно быть вообще ни капельки жира. Вообще, вот вообще, строго без жира. Шашлык, это жирная тема такая мерзкая. Такое не люблю. Как думаешь, охуенным плюсом было бы при переезде в другую, не СНГ, страну? То, что ты смог бы спокойно ходить по городу без толп фанатов с камерами, приветами и т.д. Хоть какая-то анонимность. Ну. А СЖВ не везде, тем более ты не социальный. Понятно, что это лучше без этого. Да не очень приятно, когда тебя постоянно кто-то пытается снять. Бывает такое, просто идешь по улице, видишь каких-то челов, и они такие... И сразу телефон достают. Ну вообще просто дегенераты нереальные. Вышел бы в клетку против льва 1 на 1 в экипировке, шлем плюс броня, тебе разрешено любое оружие, но не холодное за один как кабачий. Но не холодное? То есть я могу выйти с огнестрельным? Так, блин, так это ж изи, получается, даже, ну, как бы. По идее, это несложно. Вышел бы в пи***ц 2 против зеленого попугая 1 на 1 в экипировке, шмель плюс жало, и тебе разрешена любая ставка. Но не упадет Максвин за один как амишек. Пытливый зритель, блять. За сколько бы переставал, ну, хуйню писать? Здравствуйте, Виталий. Я являюсь лидером по продажам костюмов. Бля. Мы уже выслали вам тестовый образец нашего костюма. Надеемся, что зрителям понравится. Подскажите, какой из ваших дворцов доставит попугая из Перуна? Вау! Сидит чел, сочиняя какую-то невероятную хуйню. Без смысла. Какую ждет реакцию? Я не знаю, что отвечать. Привет, сладкий. Быстро. Скажи предпринимателю, куда доставить костюм шмеля. Меня возбуждает мысль, что ты будешь с черно-желтыми сусиками в постели. Мурр. А чё кролики муркают? Так должно быть? Мурр, 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 мурр. Ты не отвечаешь в телеге. Спешу сообщить, что мы договорились с предпринимателем на доставку тебе одного костюма шмеля. Что по с тобой, чел? Покроем золотом. Дабы не подожди, бля. Покоев. Чел, тебе шмель реально куда-то залетел, я же говорю, либо в мозг, либо в жопу. Скорее всего, в жопу, он тебя жалит, и ты начинаешь хуй-то писать. Типа, время писать хуй. Это, че ты несешь вообще? Я не понимаю, почему ты не можешь мне просто так свои деньги отдать? Ну, просто пошли эту 500-ку и не пиши хуй, напиши три точки просто. Да и все. Что с тобой? Сундук от 1Win оказался бы мимиком. Бля, кстати, хороший вопрос, да. А что бы я делал? Не знаю, там был здоровый сундук от 1Win. Он был колоссальных размеров, типа, он бы меня вынес 1x1, если бы он был бы мимиком. Ну, типа, он очень большой. Тут челик погиб около сундука. Как это? Здесь какая-то подстава. Он больше, чем сундуки в Dark Souls. Сундук от 1Win, который мне прислали мне. Я бы с ним не справился. А какие вообще шансы в реале выжить против сундука мимика? Их почти нету, если сундук большой. Типа, ну то есть вы этого не ожидаете. У вас почти нету шанса выжить, в смысле, блядь. Если он сразу вас хватает за голову или за руки. Это ж инста-рип. Буквально. Против сундука мимика нету шанса выжить, если он большой достаточно. Вообще нету шанса. Никак вообще. Вообще никак. Если ты его уже открываешь, и он хватает тебя за руки или за голову, ты не можешь выжить. Готов закинуть лям рублей за стрим в костюме шмеля. Согласен. Нет, не согласен. Все, пока! Я доволен. Прощавайте, хлопцы-то девчата. Доброй вам ночи, люби малята. Пока.